Петрович просидел полдня на унитазе и понял, что пикантную кислинку во вчерашнем оливье давали не огурцы. Значит, самолет с парашютистами. Ну и, значит, пилот сидит, инструктор тут сзади, там парашютисты первый раз прыгают. И пилот говорит инструктору: «Послушай, шел бы ты, подбодрил как-то их перед прыжком». Значит, инструктор выходит парашютистам и говорит: «Ну что, блядь, лямки яйца не жмут?» Открывает дверь, короче, ну и ссыт туда, блядь, в небо, нахуй, дверь закрывает, пошел обратно, сел к пилоту, говорит: «Ну что, прибодрил?» Тот: «Ну, конечно, ну, правильно, девки ж первый раз прыгают». «Алло, — говорит, — Сергей Иванович?» «Да». Он: «Ваша жена вчера омерзительно напилась на корпоративе». «Он: Не может быть, она же в рот не берет». «И вновь хочу вас огорчить».